Объясню экономику работы водяного мальчика. Мешок льда – $4. 40 бутылок воды – по 5,36 каждая. Работы здесь нет. Людям приходится молчать. Эй, берите воду. Углы становятся опасными, чувак. Как будто торгуем наркотой – такая же драма. Обещай, что всегда будешь возвращаться домой целым. «Я хочу вытащить нас отсюда», — говорил же. «Твержу вам, нам нужно оружие. Мы не будем брать оружие. Кто с мечом придет, от меча и погибнет. Какова твоя конечная цель, чувак?» Что хороший парень делает в таком месте? В ответ на недавнее насилие с водяными. Сегодня у нас есть шанс. Нет, не знаем. Мэр приказал провести облаву по всему городу. Не потерпим бандитов, выдающих себя за бизнесменов. Им запретят продавать воду на углах. Ребята, придется найти другое занятие. Например, торговать наркотиками. Знак над. Либо они, либо я. Они или я. Детей убивают на улицах каждый день просто так. Дай мне одно обещание. Обещай, что будешь осторожен на улицах, брат. Это закрытая вечеринка, бро. О, да. В Атланте все может измениться в любой момент.